Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Дак31, и сегодня мы будем продолжать проходить карту на прохождение, она называется Испытание Маньяка, да. И вот, сейчас я выключу себе гейммод. Вот, сегодня мы будем играть без Дон Санита, так как я не смог его позвать, потому что его не было. Так что вот, поставим тут сразу спавн поинт. Так, все, нормально. Ага, есть, все, отлично, запрыгнули. Спаунпоинт. И что там? 21 испытание пройдено. Круто. Алмазик, привет. Так как алмазы были у Дон Санита, так что у меня только первый алмазик, да. Ну, что тут? Тут ничего нету, так что пошлите дальше. Давайте почитаем. Маньяк. Знаешь, и передумал отдавать тебе твоего друга. Могешь убить меня, но перед этим найди и доберись до меня. Ха-ха-ха-ха-ха. Такой-то у нас злобный злодей, да? Ладно, так что вот сюда вот ныряем, так по лестнице спускаемся, дверку закроем. Испытание 22. Давид и Голиаф. Как-то так. Окей. Так. Спаунпоинт. И... Опа! 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 Эх ты! Окей. Пропишем себе кил. Потому что... Алмазик! Ай, плевать на него. Зато сейчас могу пройти. Так, спаунпоинт. Так, отлично. Спаунпоинт. Так. Ай, блин. Зато у меня есть алмазик. Да, вы прикиньте, у меня есть алмазик. Круто. Только я сейчас до этого места не дойду. Ладно. Так, отлично. О, круто. Ай, я уж подумал, боганутый кактус. Но нет, он оказался не таким боганутым. Оп. 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 Спаунпоинт. Так. Есть. Просто офигенно, я прошел. Там осталось такое вот испытание маленькое сделать. Тупая фигня. Ай. Блин. Окей. Так. Так, что там? Так. Вот так я доверюсь. Не получилось, опять же. Ладно. Еще раз. Так, да блин, что ж такое-то? Это не думайте, что у меня сейчас обычный скин. Потому что я сейчас играю без интернета. У меня сейчас интернет отключили просто на секунду. Точнее, не секунду, у меня его просто отключили, в общем, вот. И я играю без скина. Так что вот так. Так, ну мы все равно... Нет, дождь. Это хреново. Так что его вырубим. Так, блин, почти попал. Прям вообще, почти. Оставалось прям... Бах, да. Капец, просто такой капец. Вы просто не представляете. Так, вот прям около поставлю спаунпоинт. Так, ах, что ж такое-то? Ладно. Будем пробовать, пока у нас не получится... Да что ж такое-то? Я же прыгнул там, нечестно. Это все баги. Получи. Есть, все, это победа просто. Да! Ну, может, почти победа. Но это тоже хорошо. Для начала. Да! Блин. Капец просто. Адские испытания. Адский маньяк. Да! Окей. О, слизняка надо было ударить. Получи! Ах ты, почти ж. Ну, вообще капля оставалась. И вот как-то я не допрыгнул. Так. На. Ага, неужели надоело прыгать на одном и том же месте? Давай, все, я сосредоточился. Бабах. Ладно. Хорошо, попробуем еще раз. Так что ж такое-то, я не могу попасть. Так. Да что? Капец просто какой-то. Ой. Так. Нет, почти. Вообще оставалась капля, так что это капец просто какой-то. Так. А, как же так она не допрыгнулась-то? Прям не вовремя так убралось. Получи. А, ладно. Так.
только не это. Ага. Так. Так, вот так есть. Вы только представьте себе, я это прошел. Spawn point. Не, стоп, а чё он тут не работает? Давайте пропишем game mode. И узнаем, почему он не работает. Да, с какого-то фига он просто взял и не работает. А, тут, кстати, они тоже должны двигаться или нет. В общем, фиг знает, но тут блока нету, так что я поставлю сюда алмазный блок. Я хочу алмазный блок. Ну ладно, пусть будет блок лазурита, это тоже будет круто. Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Все. Отличная дорожка. Вот это вот сейчас сломаем все, чтобы не лагало. А то из-за этой фигни очень даже сильно лагает. Все. Все отлично. Теперь можно продолжать. Прыгать. Сюда встаем. Так, ладно, просто так заделаем для прикола. Опа! Эй-эй-эй, йоу! Полегче. Ща-ща. Поднимемся. Опа. Вот так. И game от 0. Еще раз поставим spawn point. Может, у нас вообще не стоит. И будем продолжать прыгать. Тарам. Тарам. Парам. Так. Все отлично. Все просто великолепно. Spawn point. Так, spawn point. Хоп-хоп-хоп. Пах, получил, я лазурит вроде поставил или нет. Ну, пофиг. Так, так, вот так. И последний прыжок веры. Табах. Офигенно, просто замечательно. Spawn point. Это тоже баги. Так что, я ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю, так что, что вы тут? Ай, нечего мне тут говорить. Что я нечестно прохожу карты. Чик-ка-так-ка. Фу. Spawn point. Фу, капец. Просто капец. Ваш кровать пропал или доступен в ней затруден. Или доступ в ней затруден. Окей. Тогда мини-пауза. В общем-то, всего наконец-то я нашел это место. Мне пришлось со спавна лететь в гейм-моде, вот. И давайте проходить дальше эту замечательную карту. Вот так вот берем, вот так вот ставим. Все, я жив, отлично. И вот так вот мы проберемся до самого конца, потому что это самый эффективный способ. Так, еще раз поставим тут spawn point, там всякий случай. Опа, ой. А, ну ладно. Окей, все, все отлично. Так. И вот так. Поставим вот туда spawn point. И будем дальше так делать. Потому что я не знаю, что такое с этой картой. Она как баганутая у меня. Может, я фиговый какой-то скачал. Ну, в общем, ладно, все, мы прошли. 22-е испытание пройдено. Да, спасибо за алмаз, который я уже потерял один и так. Два редстоуна у меня есть. Вот у меня какие крутые штуки есть. Так что все, идем дальше. Так. Эй. Эй. Эй, открывайся, все. Испытание. Час. Расплаты, маньяк, что? Ты гив? Не смей. В общем, хрень какая-то написана. Рычаг, что ли, тут не трогать? Нажми на рычаг, ублюдок. Сижда, он ублюдком нас назвал. Посмотрим, что тут лежит. Алмаз, голова и автор. Смотрите, испытание пройдено. Нет. На! Ладно, будем колотить. Я забыл нажать на рычаг. Окей, сейчас разобьем эту дверь кулаком. Мы же сильные. Сейчас полностью ломаем ее полностью. Давай, 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 ломайся. Я сломаю тебя. Это будет фейл, если бы я сейчас повернул мышку, и она пропала. О, все. О, она еще и выпала мне. Круто. Па-бах! Я нажал рычаг, что-то тут взорвалось. И что тут взорвалось? Бабах! Трах-бабах! Смотрите. Как это круто. Пол карты нам разнесли. Тут вообще капец полный. Ладно. Мы спускаемся вот сюда. Кстати, у меня есть голова. Крутая голова. Так, я хочу ее забрать. Может быть, она мне еще пригодится. Это голова ж маньяка. Это суперская. Окей, ладно, все, спускаемся. Внизу нас что-то должно ждать. Вроде как мне сказали, что надо спускаться вниз. Да.
Так что спускаемся. Это нудно и долго. Ну ладно, подождем. Ой, не лагай, а спускайся, Стив. Ладно, так. Все, наконец-то спустился. Поздравляем, вы прошли карту. Ждите следующих карт и, возможно, и продолжение. Всем удачи, всем пока. Нет, я не с вами. Я не вам сказал. Так. Подписывайтесь на канал в Ютубе. Да, на Дениус, вам понравилось. Это моя первая карта, на судите строго. Автор Молния 100. And Nice Miner. Круто. С Ютуба у нас нету, да? Сами сказали, что дадите мне Ютуб. Ой, сами сказали, чтобы на вас подписаться, а сами не даете Ютуб. Это что такое? А, это блоки. И сейчас мы, в общем-то, знаешь, чего сделаем? Мы разрушим эту карту, да. В честь того, что мы закончили. Так, выбросить этот мусор. Мусор. Сейчас я заминирую. Сейчас все будет круто. Так, берем тинтишку. Где моя тинтишка? Хотя можно и криперами побаловаться. Вот криперы. Потом тинти. Да, тинти это обязательно. Как же без тинти-то? Просто, о, кстати, новое красное стекло, всякое стекло, в общем, вот круто как. Плотный лед, круто. Так. Ну, мне пофиг на все это, мне нужен тинти, все отлично. Теперь у нас есть тинти, зажигалка и крипер, яйцо крипера, так что, да, поспамним их тут. Нет, даже вот так вот сделаем, так вот. Капец просто, сейчас все подорвем, сейчас все подорвем. Так. Я все порву нафиг, чертям, собачьим. Так, сейчас все подорву. Так, о, как-то сломается. Кстати, прикол. Так. Бах, бабах. Бабах, бабах. Так, расставляем все тут к чертям, сейчас взорвем. Так, положим тут несколько криперов. На удачу. Вот. И вот так. И вот тут заложим все, да. Вот тут. Вот тут, да, все заложим сейчас. Все отлично будет сейчас. Так, вот 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 так. И вот так, вот. Идеально. Круто так сделали прям. Шоу мамбу. Оп, куда пошел? Так. Все, тут будет конец, такой вот шланг будет подведен, кабель такой, да, крутой. И тут будет стоять куча криперов, да. Вот так вот. Вот так, отойди. Уху! В общем, они не хотят стоять. Пусть тогда один хотя бы стоит такой крутой. И он тебе сейчас придет капец. Тарам-парам-пам-пам-па-па-па-па-па. Все, сейчас будет крушево месиво, и у меня, наверное, начнет лагать сейчас все. Да, к чертям у меня все лагает. Капец просто какой-то. Разрушительная волна прошлась и все нафиг подорвала. Вообще ничего не оставила. Реально вообще ничего. Так, вот тут криперов наставим просто так. Не знаю зачем. Тинтишки поставим. Тут еще, кстати, его надо так загреть, чтобы он. Давай, взрывайся. Ладно. Пофиг на вас. Ага, так. Что-то я кактусы ставлю. А, все, мне надо зажигалку. И тинти. Да. Так. И вставим тут блок. Нет, нифига нельзя. Значит, вот так. Вот так. Ой, зря я это сделал. Он упадет. Так. Па-па-па-бах. Давай, потекла лава. Пати-хард. Пара-ра-ра-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Да, было круто, реально. Карта мне понравилась, да, очень даже хорошая карта. Создатель тоже был, наверное, удивлен, как он сделал эту карту. Хотя, при чем тут он-то? В общем, карта мне понравилась, да. Карта очень хорошая, советую. Она называется про испытание маньяка, да? И, в общем-то, играйте на ней, она прикольная, проходите. Вот.
Ну и что ж, всю карту мы взорвали. Ох ты, да тут сидит главный маньяк. Смотрите-ка, он не умер. Смотри, пацан, смотри. Спорим, ты сейчас умрешь? Ну? Очень, ну ладно, могу и так. Бабах, давай. Тупой маньяк умер, да, вместе с криперами. В общем, вот. Я думаю, на этом все. С вами был Доктор31. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем новых прохождений карт. Может быть, еще какую-нибудь карту я буду проходить. Не один, а с другом. Может быть, один. В общем, вот. Ставим лайки, ждем новых видео. С вами был Доктор31. Подписываемся на канал, ставим лайки, ждем новых видео. Какой-то я раз уже сказал. В общем, ладно. Все, всем до скорого, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Давай. Бабахай, бабах, 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 бабах. Бабах. В общем, все. Всем пока.